Короче, на Тайване сотни людей сменили имя на лосось ради бесплатных суши и теперь не могут переименоваться обратно. Таких людей оказалось 331. Ресторан предлагал бесплатную еду всем, у кого в имени есть иероглиф, означающий лосось, но по закону Тайваня менять имя можно максимум трижды за жизнь. И теперь новоиспеченные лососи не знают, как вернуть себе имя.